Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем собирать нашу Мэри на немецком сервере. Решил я дособирать и еще заодно пофармить сегодня квестики. Ну, понятное дело, я сейчас их фармить все не буду, потому что это 15 минут опять улетит просто в никуда. В общем, у нас за вчерашний день было 400 самоцветов. Мы зафарманули. И я должен был вечером еще пофармить, у меня должен был открыться квест. Я, как обычно, завтыкал. Это так всегда бывает, это нормальное явление для битвы замков, ты не успеваешь все, потому что локаций дофига, всего дофига подобавляли, и просто чисто физически нереально все это сделать за один раз. Так, что у нас? Плюс 25 самоцветов всего лишь. 425 само. Маловато будет. Так, окей, ладненько. Поехали. Я хочу сегодня сделать, попробовать вариант вот такой вот землеройка, связка с моим огником. Вместе их затестить, посмотреть, как они будут держаться. У меня землеройка пока что без эволюции, я ему эволюцию не делаю, еще не спешу, психощит стоит. К сожалению, у меня нету оживы. Это реально печально, была бы ожива, было бы веселей. Единственный вариант, что у меня сейчас не будет смотра. Если в таком варианте у меня смотр еще был, то сейчас у меня смотра, если я буду их вдвоем выкидывать, не будет. Асурик, ну поехали посмотрим. Вот уже смотрите, добавил одного героя, сразу же начались, просто его нафиг ушатали, просто же начались появляться пачки сразу с эволюциями, чего не было. Тут смотрю, уже похлеще. Ну все, асуры нет, по сути его можно было даже не ставить. Если вы хотите его здесь использовать, однозначно берите вариант ремка ожива. Это самый, скажем, такой оптимальный вариант со всего, что я протестировал, либо ПДшка плюс ремка. Ну, он зачастую будет сливаться, если у вас большая сила, поэтому ожива как вариант довольно-таки неплохо спасает. Плюс ремочка, ремочка дает дамаг. Ну, конечно, он на отражалках убивается, может словить нормальную плюху, но ожива как-никак все-таки хоть как-то его спасает, потому что зачастую он сливается очень как-то странно первым и без вариантов что-то сделать. Такс, ну уже видите, уже если у меня раньше были пачки на первом этаже, это, ребят, только первый этаж, у меня были просто пачки без эволюций, то уже у меня начались эволюции на этажах. Ну, все-таки 30-й огник, плюс мы подняли немножко силу, ну, через раз уже попадаются. Плюс я начал встречать, я прошлый видос показывал, начал встречать уже здесь, блин, надо было его резнуть. Ладно, начал встречать здесь уже огников. Но, в принципе, это не настолько страшно, у меня довольно-таки неплохая прокачка моего 30-й. Прорыв, я ресурсы здесь за полгода не тратил, и в итоге я влил все в одного героя. В принципе, мне сейчас он помогает с моей силой, да, там 80к, я топов по 200, по 300, по 400 могу слить, ну, относительно у кого нету, потому что у большинства здесь огники есть. То есть у меня такие герои, как Фрей, еще осталось добыть там и сделать эволюцию тому же самому ворожею, тому же самому землеройке. В принципе, у меня для битвы гильдии будет плотненький комплект. Плюс останется еще, конечно же, докачать. Вот, смотрите, уже вторые эволюции начались. То есть, реально, я взял одного героя, и уже намного сложнее стало.
То есть у меня будет нормальная пачка для битвы гильдий. Ну, единственное, как всегда, у меня ни на одном бездонатном аккаунте пока что нету Феникса. И это очень печально, то, что Феников нету. Феникса хотелось бы получить, и с ним будет все намного проще. По крайней мере, на битве гильдии. На PvP локации там, ну, другие я особо не хожу, потому что это бессмысленно. Сейчас за любую акцию, за любой этот ты получаешь там смысл фармить ЗБшку. Ну, единственный вариант это чисто ради этих, там, по-моему, кулаки или что там дают. Или самики за прохождение 1500, но это надо карты накопить и один раз зафармить. Все. Больше вариантов, что там делать, нету. Видите, вот землеройка почти вообще с нулем. Психощит реально зарешал. Второй этаж вообще без проблем. То есть я прокачал одного героя, и теперь я вообще в кайф себе бегаю. Там 5-10 минут, и у меня полностью зафармлены. Ну, фактически я прохожу три этажа. Все, землеройка отлетел. Так, оно интересно. Да, видите, уже начались эволюции. Добавил одного героя, и уже разница с предыдущим нашим походом очень заметна. Ну, самое основное, что хорошо, что нету там донатных пачек, там зефиров, огников. Их пока поменьше, поэтому я не особо спешу и не советую раздувать силу до того, как вы соберете здесь мэри. А некроса, в принципе, собрать это не есть проблема. То есть герой тоже классный будет для такой силы. Все дела, но вот Мэри однозначно будет в приоритете, потому что вы сможете тогда без проблем героев с ограничением убивать тех же самых огников и прочих. Так, что у нас сейчас будет? Слив от космо. Сейчас нас может, кстати, смотр убить. А там отражалочки. Так, интересно. И тут у нас Ронька. Ронька с отхилом. И тут я понимаю, что, скорее всего, смотрите, сколько я дамага наношу. А он просто тупо хилится. Или это Роза? Это Роза. Роза и Ронин. Ну все, здравствуй. Приплыли, называется. Напал на пачку и попал в просак. Мой огник теперь ничего не сделает против них. Ну, хоть у меня и есть, в принципе, недомогание, но я так понял, там Роза сразу фул отхила дает. Ну, не фул, но 8 ляма веса 3 дает. Ну, сейчас попробуем еще, конечно. Ну, вряд ли. Сейчас единственный вариант пересобирать его, поставить ему какой-то пакт для дамага. Не, я практически затащил. Не все так плохо. Видите, есть еще смысл вот недомогание ставить. Не было бы недомогания, я бы Розе ничего не сделал. Но вот такая вот сборка, она особо актуальна сейчас. То есть держится деф, плюс недомогание, режется полностью отхил, кулдаун, конечно, большой, но 5 секунд этого вполне хватает. Можно, конечно, поставить и талантом подсуетиться. Так, но тут я ничего пока менять не буду, пусть будет с критом. Такс, поехали дальше. Что-то я нападаю, я вообще уже офигел. Нападаю, даже не смотрю на кого. Пофиг, всех разгребаем. То есть у меня максимальный фактически деф. Надо, конечно, суперпатов будет подокачивать. Я думаю, какого супер питомца одного вкачать. Я буду по одному качать. И всех сразу нету смысла качать. У них все равно скилл, в принципе, стабильно идет. То есть лучше в одного влиться, чтобы он уже был максимальным. Я пока думаю, кто это будет. Сова или это. Так, ну и тут у нас финальная пачка. Вот посмотрите, там 8 минут и фактически у меня локация зафармлена. То есть все благодаря тому, что я влил все ресурсы правильно в одного героя. Так, у нас Ронька. Ну, Ронька вроде без отхила особого. Что, мы забрали сундук или нет? Да, вот три сундучка у нас. Вот без проблем, пожалуйста. 8 минут у нас ушло
на прохождение локации. 8 минут и Мэри готова. Надо будет попробовать, но я уже дособираю ее, сейчас я гляну, сколько у меня там, ну плюс еще эмблемки. Блин, как я хочу ремку, это просто писец какой-то, надо будет глянуть, что с них падает, а то я что-то так. У меня просто уже подгорает от того, сколько у меня здесь воодушек, и ни одной, ребят, ни одной ремки нету, это просто писец какой-то, это издевательство. Тупо падают воодушевления. Воодушка тоже классно для фарма, особенно там для дефа, для битвы гильдии тоже в некоторых вариантах помогает. Но, блин, ремка надо. На PvP локациях, блин, без ремки реально сложно. И она, падла, не падает. Это самое обидное. Так, где там мой магазин? Вот, смотрите. Это помимо того, что на героях у меня еще дофигища всего есть. Десяток, конечно, здесь на немке сложно с десятками. Но восьмерок, блин, хватает вполне. И ни одной. Семерки, шестерки. Даже пятерки нету. Вообще просто. Просто нифига. Но это надо, для этого надо фармить... КБшку. Но на это не знаю. Времени, честно говоря, не особо хватает. Еще на КБшку. Хотя надо садиться и фармить. У меня, в принципе, проблем с фармом ее не будет однозначно с моими героями. То есть тут герои хороших сборок и прокачек. Но это, блин, задротство, это надо нормально фармить. Кстати, сейчас глянем, сколько у меня тут. Ну, плюс, в принципе, ресурсы дополнительно будут. Ну, это, конечно, печаль. Две карты всего, не так уж и много, я думал, что больше. Ну, таким вот образом можно хотя бы получить потом, вызвать торгаша, и у торгаша уже выменять ту же самую ремку собрать, потому что другого варианта я пока не вижу. Мне они просто тупо не падают. И что я уже не делал, шаманил, не шаманил, ремки просто не идут. Да. В общем, такие вот, ребятушки, дела. В общем, я пойду сейчас дофармлю еще квестик. Я уже напишу, скажу потом на заставочке, сколько у меня получилось за сегодня зафармить. За вчера 400, сегодня вот у меня 25 есть. Попробую фармануть. Либо я на следующий день буду уже писать. Наверное, так будет лучше. Я уже завтра напишу. Сразу с утра видос буду записывать. И скажу, сколько у меня за сегодня, за второй день получилось. В общем, такие вот дела. По чуть-чуть фармим. Без доната на нимке. Ставьте лайки, залетайте к нам в гильдию. Сейчас, кстати, гляну, что там у нас по гильдии. Места освободим. Немецкий сервер. Вот мы заняли второе место, но там без вариантов было на атаке фортов. Два места есть. Ну, в общем, еще будет чистка. Тех, кто неактивный, больше там 3 дней будем просто тупо кикать, потому что надо актив гильдии и надо активный, кто будет бегать по локациям. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.